Всем здорово, пацаны! Сейчас мы будем играть с Мавсором, стоп-игроком. Просто стоп-игроком. Он мне кинул, что-то нихера не получилось. Играем в Япония-Корея за 2500. Бля, Мавсарыч, ну прими ты, пожалуйста. Сейчас он кинет, пацаны. Я спал, только проснулся. ЦСКА проиграл Оренбургу 3-2. Это жесть. Ну где ты, Мавсарыч? Чеченец, где ты? Кидай уже пати, пожалуйста. Не отправлено. Нихера не получается играть. Ну. Чё-то пока что не коннектимся, пацаны. А, он вылетал, что ли? Ща, пацаны, рубанем. 4 матча. Я чё могу сказать? Мавсара это супер игрок. Просто топ. И поехали, пацаны. Мавсар Мавсарович. Чеченец. Чё за херня, чё за глюки, не пойму. Во. Ты уже играл, ну и понятно. Пацаны, короче, рубимся против Мавсара. 150 уровень. Это будет супер игры. Просто супер. Ну, если я проиграю, то не обессудьте, потому что это топовский игрок. Мавсар очень топовский игрок. Вот видите, он уже делает все, чтобы победить. Я не буду, пацаны, ни матом, ничего ругаться, потому что это игра. Это просто игра. Дарья уже ушел с турнира, мы с ним поссорились. Это тупо игра. Я зайду, может, не зайду в этот, в восьмерку. Так мы попробуем забить. Да, 1-0. Ну, это была почти подстава. Вот, и пацаны, я вам что могу сказать? Больше я уже из все ошибки я учел, которые были во всех наших первых турнирах, и летний турнир, ребят, будет без всех АФКшников, потому что, блядь, все 1-1. Летний турнир, пацаны, будет без АФКшников. Я сделаю все, чтобы были все игроки играющие. Будет жесткий, естественный отбор. Я думаю, летний турнир будет очень классным, пацаны. Вот. Ладно. Перейдем к матчу с Мавсаром, с чеченцем. Пока что 2-1 я веду. Он сделал две подставы, которыми я воспользовался. Мавсарыч супер игрок. Супер игрок. У нас сейчас лидирует в турнире Даниил. Это парнишка открытия. Жалко Азизбека, победитель нашего прошлого, пацаны, турнира. Жалко, что не играет. Вот. А Даниил, вот открытие этого сезона. Он вообще малорик. Бля, че гол? Ну, почти, да. Ну, мы катнем в уголок. Ну, такой, наверное, зовет Мавсарыч, потому что он топ. Ну, почти забил. Ой-ой-ой-ой-ой. 2-2, пацаны, становится счет. Ну, поехали, Мавсарыч. Ебаш с тобой. Бля, хоть видео записывается, идет для остального. Да, все записывается, все нормально. Так, разобьем твои ворота. А здесь уже на свой страх и риск. В угол попадешь, гол. Как выйди, пацаны, Мавсар меня поджимает. Он закатывает в уголки. Давайте отнизу попробуем забить. Такой
Бля, почему не засчитали мяч за линией? Как так-то? Не пойму. Бля, пацаны, это надо смотреть видеоповтор. Как так-то мяч же вообще за линией? Просто за линией. Как не засчитали такой гол? Это просто жесть. Просто жесть, пацаны. Мавсарыч, надо ВАР смотреть. Почему не засчитали такой гол? Ну, здесь все, походу, я проиграл. Здесь, походу, 3-2. Сейчас отверху. Мавсарыч вкатит мне гол. Нет, не вкатил. Давай посмотрим, как ты сейчас ударишь. Отверху от моего рикошет. Почти, да, Мавсар забил. Закроем уголок. Мы здесь вот так сделаем, ребят. Пунь. Блять, это гол. Это гол. Да-да, проиграл первую игру, ребят. Хотя тот незащитный гол, это, конечно, было жестко. Просто жестко. Давай реванш. Бля! Чё за херня, чё за лаги, не пойму, ребят, когда мне кидают пацаны, такая фигня, чёрная херня, видите, ни суммы, ничего нету, ну ладно, хер с ним. Вот. Мог выиграть, но незасчитанный гол, пацаны, повлиял. Бля, такое нужно забивать, но я не забью, пацаны, потому что забил, смотрите, 1-0. Забил, пацаны. Разобьем Мавсара ворота. Чуть-чуть хотя бы, чтобы был просвет в его воротах. Вот это опасно. Вот это опасно. Очень опасно. И 1-1. Видите, как только удар Мавсара, как только его удар, я попадаю просто в ловушку. Он, короче, на его первых ударах это можно считать, что он забьет гол. Тут, если я не забью, то это будет позор. 2-1, ребят, становится счет. Первая, не знаю сказать, была подстава, нет. Но вторая, вот сейчас была подстава жесткая. Подстава жесткая. Это гол. Нет, такое постараюсь выбить. Нет, это 2-2, пацаны. Я говорю, если его удар, то это 100% гол. 100% гол. Так что, ребят, учитесь у Мавсарыча играть. Потому что это нереальное что-то. Он херачит в углы, и уже выбить нереально. Просто нереально. Но это 3-2. Это 3-2. Ну, матчи красивые, пацаны. Да, 3-2 опять я проиграл. Матчи очень красивые. Так, дай перезайду, Мавсар, потому что вот этот черный экран меня вообще бесит. Давай я тебе кину заново. Бросить вызов. Корея, Япония. Поехали. Да, начать игру. Потому что ты мне когда кидаешь, у меня черный экран бесит эта херня. Бля, то же самое, черный экран. Ладно, хер с ним. Едем дальше, пацаны. 2-0, я проигрываю. Ну, хоть ему 4 гола забил. Ну, в этом турнире у нас голы не считаются. Так что. Гол. Гол. 1-0. Мог я одну партию выиграть, ребят, но гол не засчитали. Судья не засчитал гол, хотя мяч реально линию пересек. Просто пересек. Но гола не было. Ну, это 2-0, наверное.
Да, 2-0. Ну чё, пацаны, слил я, короче, этот матч. Даже, наверное, не выиграю ни одной партии. Ну, такое я не забью. Даже вот так я не забью. Да. Я не выиграю, наверное, 4-0 солью. Но, сэр, я же сказал сразу, что топовский игрок. Ну, здесь я, наверное, вкачу. Ой-ой-ой, что я сделал? Соскочил палец, ребята. 3-0. Просто 3-0. Если я пройду в плей-офф, уже по-другому буду играть, ребята. От обороны. Как вы видите, я сейчас луплю. Вот. Уже в плей-оффе буду играть тупо от обороны. Ну, хотя бы в каждой игре забил Мавсару гол. Это уже честь с ним так зарубиться. Давайте попробуем вот так вот. И все равно не получается. Мама, не разговаривай! Пока нема. Не хочу. Бля, 2-2. Пацаны, да, 2-2. 2-2 становится счет. И попробуем в уголок от уголка забить. Не получается. Тут-у. Блин, чуть-чуть не получилось. Смотрите, я, по-моему, в каждой игре проиграл 3-2, да? Это хорошо. Нет, такое я не смогу, пацаны, забить. Даже если от угла все фигни не залетит. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну, ребят, что, рискнем в эту дыру ударить, а там уже как повезет. Гол! 3-2! Я не знаю, как так получилось. Итак, пацаны, сейчас будем играть последнюю партию. Пока что 2-1. Дал мне Мавсарыч выиграть один раунд. Ребят, и сейчас четвертый. И сейчас четвертая игра. Рубимся с Мавсаром. Бля, пацаны, такое... Бля, такое забиваю, но не в турнирах. Я ж сказал... Такое могу забить на чемпионатах, на 25 монет, ну не в официальных, пацаны, играх. Гол! Мавсары чеченец забивает. Красивейший гол. 1-0. Ну, походу, 3-1 я всру. Я еще постараюсь, конечно, Нет, пацаны. Ой-ой-ой, какой влетает красивый гол! Пацаны, мне... ну, это гол. Мне никогда не везет, когда я играю вот с вами в чемпионат, потому что... 2-1 я проебаю. Потому что все красивые голы я забиваю, ну, как бы не здесь, а с пацанами на видосы, которые я не записываю. Почему-то так происходит. А здесь мне никогда не повезет. Просто никогда. Я никогда здесь не забью красивые голы. Давай, забиваем Мавсарыч красивейший гол. Пум-пум. Ну и такой нереально выбить. Нереально. Тыш-тыш-тыш. И такое не забью.
Короче, Мавсар, спасибо за игру. Я уже знаю, что я проиграл. Топовский игрок. Красивые были партии. Просто красивые. Ну, в первой я должен был реально выигрывать. Там я не знаю, как не засчитали этот ебать гол. Просто не знаю, как его не засчитали. Мяч был, ты реально, сам согласись, мяч реально за линией был. Не знаю, как его не засчитали. Давай в свои ворота вколоти и последний раунд уже. Тун-тун, не. Не вколотит Мавсарыч свои ворота. Вколачивай, чё. Но он уже играет, уже, походу, не во всю силу. Он или выиграет сейчас, или даст мне одно очко, я хуй его знает. Не, я такой не забью, ребят. Такой нет. Есть только вот так вот. Блядь, и такое не забью, пацаны. Просто не забью. И такое не забью. Ай, Мавсарыч свой ворот забивает. Ну чё, Мавсарыч? Кто забивает, тот и... Или ты мне даешь одно очко, или... Победа твоя. Ну, в каждой игре тебе по два забил. Это уже, блядь, сенсация. Мавсарыч, спасибо за одно очко. Спасибо, брат. 2-2, пацаны. Просто 2-2. Ну, ребят. Он мне отдал ту партию, где мне не засчитали гол, согласитесь. Потому что... Ну, там должен был влетать. Должен был, ну, засчитываться гол. Я не знаю, почему его насчитали. Спасибо тебе, Мавсарыч. Пацаны, поставьте лайки под видосом. Поставьте колокольчик, тыкните его. Спасибо за игру, Мавсар. Чеченец, ты топ. Ты просто топовский чувак. Спасибо за игру. И спасибо за то, что ты участвуешь в чемпионате. Ты важен, важный игрок для нас. Пацаны, поставьте лайки. С вами был Рома Н. У нас 2-2 ничья. Всем пока. Пока.